Главный донецкий коммунальщик пошел в школу. Начальник профильного управления взялся за лопату и преподал молодежи урок по городскому благоустройству. Константин Савинов высадил березовую аллею, после чего получил от гимназистов целую папку предложений. Что посоветовали подростки, слышала Анастасия Певная. Перед началом субботника мастер-класс от главного благоустроителя Донецкой мэрии. А как же? После инструктажа чиновника ребята самостоятельно орудуют лопатами. Десятиклассник Николай говорит, с первым заданием мужчины посадить дерево справился. Остается только построить дом и родить сына, но это уже в будущем. Но это очень полезный опыт, я думаю, это каждому нужно знать. Станислав считает себя опытным садоводом. Регулярно помогает родителям на даче. Так как у меня есть частный сектор, где я всегда каждый год сажу по 1-2 дерева. Иву, грушу, яблоню и 2 сливы. Гимназистки трудятся наравне с одноклассниками. Также в их задании установить стяжки, чтобы ветер не повалил саженцы. Когда мы садили вот эту березу, к моему стыду, мы не знали, что нужно было чуть-чуть обрезать. Если бы мы это сделали, небо было это кривизной. После общения с начальником городского управления благоустройства, оставшиеся вопросы и предложения школьники оформили в специальный журнал. Наши просьбы, пожелания по улучшению нашего города. Энтузиазм гимназистов чиновника приятно удивил. Такие уроки по благоустройству мэрия планирует провести и в других школах. Александр Алексеевич Лукьянченко сказал, чтобы мы разработали методические материалы для проведения данного открытого урока и включили в план внеклассной работы по всем школам города Донецка. Мы вот первый пилотный проект сделали, посмотрим на его результаты. Анастасия Певная, Владимир Пельгук, телеканал «Донбасс». Неделя Николаевна.